Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале EasyCraft, с вами Грокодор. Сегодня я хотел немного повыживать. Кстати, я раньше тоже, да, снимал видео выживания, но хотел бы я заново начать, потому что реально у меня тупило, то дом у меня не сохранялся, то еще что-нибудь. А сегодня бы я хотел уже качественно снимать выживание. Так, давайте уже сразу начнем. Давайте я вам расскажу, что у меня было. Короче, я в предыдущих сериях выживания, это уже давно было, я строил дома, да, и не мог их сохранять. Это вообще фейлы какие-то реально просто ужасные. А, наверное, сегодня я попробую нормально все сохранять, нормально все делать. Так, мы рубим немного деревьев. Так. Давай. Да, такие вот фейлы у нас были, но это ничего страшного. Мы заново начнем сейчас. Нужно как больше деревьев набрать, потому что до ночи мы должны нормально уже собраться, нормальный дом построить. Для начала, да? Так, давайте тут сломаем. Сейчас надо сделать топорчик, который реально нам поможет. По деревьям это реально главный компонент. Без деревьев мы ничего не сделаем. Так. Немного будем потом еще копать вниз, искать уголь, камень и так далее. Так, последний давайте возьмем. У нас уже есть 18 блоков деревянных. Так, давайте спустимся. Так, как будто намечается... А, нет, извиняюсь. Я думал, намечается дождь. Ой, блин, упал. Так, смотрите, тут такой вот мир неизученный. Ух ты, что за тут дыра? А, все, я понял. Тут просто... ладно, нечаянно нажал. Тут просто как бы какая-то дыра, да. Мы пройдем сейчас дальше. Так, куда же пойти? Давайте немного тише сделаем. Да, вот так вот. Надо найти нормальное место. Да, я понимаю, уже выживание это не модно, но все равно будет очень интересно. Также не пропускайте мое видео, будет хорошее выживание. Это что такое? Это камни. Ладно, не будем смотреть на них. Пойдем дальше. У меня реально не сохранялось. Я вроде сделал все нормально. Кровать сделал, все. Отлично было. Но дома у меня не сохранялись. Это вообще просто эпик. Угу, так. Пока я не вижу хорошего места, чтобы нормально строиться. Нам по-любому не нужно строить очень большие дома, потому что мы как бы еще снова мы зафейлим. Снова у нас не сохранится дом, то это будет очень печально. Так, что я вижу тут? Офигеть! Что такое? Блин, печально то, что я ничего не вижу. Там, блин, реально какая-то шахта или что? Ладно, что мы будем сегодня делать? Надо построить домик. Кстати, вот, знаете, вариант построить домик вот в таких вот шахтах, которые уже не нужно строить там крышу, там дом. Тоже вариант, но мы будем все равно строить домик. Ух ты, смотрите, какое вот открытое место. Давайте, скорее всего, тут будем строиться. Так, откроем сейчас, сделаем верстак. Так, подождите. Что я сделал? Ладно, я сделал один верстак, все правильно. Так, сделаем деревья. Очень много деревьев. Да, у нас 64 дерева. Строим-ка быстренько дом. Пока сейчас у нас еще светло. Будет вечер, уже надо буриться дома. Так, я нечаянно пропустил, ладно. Уже будем прятаться дома. Так как, блин, реально очень страшно от этих зомби.
Вы можете посмотреть в предыдущих сериях, ко мне реально, в предыдущих выживаниях, ко мне реально стучался домой зомби ночью, было очень страшно, да. Так, давайте сюда попытаем. Что мы... А, блин, какой-то реально плоский дом. Блин, не подрасчитал, да? Так, давайте, ладно, расширим его. Немного расширим. Так, забирай. Забирай. Давайте еще один блок заберем. Да, мы забрали еще один блок. И немного сюда расширим, чтобы реально площадь немножко больше была. Так, вот так вот. Такое. Кстати, вот тут будет ставить кровать. Сюда, наверное, печь поставлю и так далее. Там уже разберемся дальше, когда мы будем добывать камень. Так. Ну вот, самая нормальная высота, которая реально будет по периметру. Вот так, продолжаем, продолжаем. Так, смотрите, какой у нас домик будет. Можно потом сделать окна. Так, уже 27 деревьев, да? Ладно, ничего страшного, мы сейчас все равно будем добывать. Так. Реально, порой бывает охота смотреть такие вот выживалки, ребята. Если со мной согласны, ставьте лайк. Так. Потому что уже все вот эти вот смуглые вот эти вот видео, там всякие вот сцены реальные, которые уже построены, всякие уже все запланированные. А тут выживание, все свободно, все строишь сам, не знаешь, что будет вообще ночью, утром, что нас ждет, вообще даже не знаешь. Тут сразу, ну, неожиданно все, короче, неожиданно. Да, вот это я хотел сказать вам. Так, у нас есть еще 10 блоков. Ага, давай выберем сюда. По идее, я зря сюда сделал, да? Давайте сломаем. Так, да, вот так вот. Смотрите, что мы еще можем сделать? Давайте дверь сделаем, потому что реально дверь нужна. А, без двери никак. Эй! А, все, чё я туплю? Так, вот дверь. Ага, все. Такой тропический лес тут. Давайте немного порубим деревьев, потому что нужно его доделать дом. В этой серии нужно доделать дом. Блин, пожалуйста, лишь бы сохранялся дом, потому что будет очень печально. Будет то, что мы просто зря провели время. Будет считаться. Но, увы, надеюсь, сохранится. Так, ребята, поддержите меня лайком, да, если хотите продолжение. Реально, просто будет просто качественное выживание, просто качественное. Будем строить хорошие дома, может, буду играть с друзьями в будущем. Я те выживания заброшу, которые я делал. Просто заново начнем. Так. Кстати, заметьте то, что эта версия 0.16.0. Посмотрим, будет ли нормально сохраняться или нет. Это мы реально посмотрим. Так, давай сюда ставь. Сюда ставь. Сюда. Сюда. Тут не будет ничего. Так, тут окошко можно сделать одно. Вот тут вот. Хоп. Хоп. Да, и вот тут будет кровать. Насколько вы поняли. Тут будет кровать, да. Так, листик, упади. Тут будет кровать. Тут будет еще что-нибудь. Такие вот декорации какая-нибудь. Так, ладно, что мы же можем еще сделать? Так, мы можем сундук сделать. Давай сделаем сундук, пока есть возможность. Ох, блин, нечаянно сломал. Ой, поставил. Пока есть возможность, сделаем сундук. Поставим его вот сюда. Можно положить вещи потом. Пока есть возможность, давайте сделаем топор. Потому что топор реально нам нужен сейчас.
Кирка, да? Давайте меч сделаем. Еще что есть у нас? Ну и все, пока мы ничего не будем делать. Так, уже темнеет. Ух ты, блин. Могли бы немного порубить деревьев, пока мы стемнеет полностью. Нужно найти барашков, чтобы шерсть сделать. Да, уже затянулась наша серия. Как раз сейчас ночь будет, мы закончим. Так, немного сделали этот. Ух ты, смотрите, какой закат красивый. Давайте мы сюда зайдем, чтобы нас зомбаки не увидели. Так, хорошо. Так, у нас есть немного деревьев. Ладно. Ну все, ребята, на этом закончу первую серию выживалки. Так что, ребята, если вам понравился данный видеоролик, ставьте лайк, подпишитесь, нажмите на колокольчик, чтобы не пропускать такое выживание качественное. Ух, блин, офигеть! Ты чё, офигел, что ли, а? Блин, я вообще не ожидал, вы... Офигеть, я испугался. Фух, так, короче, ребята, на меня уже нападают. Все, давайте, ребята, всего хорошего вам, всем пока.